Привет, друзья! Я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Так, по-моему, где-то по деревне бабка, что ли, ходит? И ничего, ну ладно, ладно. Сейчас. О, Петрович, ребята, здорово! Всем привет, а вот с вами видел? я Коля, ребята, вот, и бабка что-то в деревне ходит. Надо узнать, что у нее там случилось. Вот, я тебе говорю, ты не слышал ничего случайно? А нет, как не слышал? Вообще ничего, даже ни одного голосочка? Ну ладно, ладно, нет. А ты? Васильевич, что-то... Бабка, привет. Здрасте. Что за бумажку? Тебе дай-ка почитаю, что ты слышишь? Да неважно, неважно, все хорошо. Это бабка... я так дела решаю со своими жителями. Да. А я же тоже житель, бабка. Ну, ты житель, но не житель. Ну, короче, ты еще маленький. Ну ладно, хорошо, бабка, хорошо, ладно. Пойду я к себе домой тогда, ага. Да-да, иди-иди, все, иди. Больше да. Это, не выходи из дома. Ага, пока. Хорошо. Блин, ребята, а что случилось-то? Только давайте-ка послушаем. Что-то там, по-моему, что-то там случилось неладное. Ребята, напишите, кстати, в комментариях, вы кто, мальчик или девочка, ребята, напишите. Ответьте на такой вот интересный вопрос. Стой! Так, а где бабка? Так, короче, смотри. Вон. Смотри, я тебе говорю, вот смотри. Я тебе читаю. Пропала, да, я тебе говорю. Ты что-то об этом слышал или не слышал? Зелька, что ли, у нее пропала? Почему ты такой глупый-то? Ребят, Зелька у нее пропала. Так я же вчера находил. Сейчас. Бабка, я нашел. Кого ты там нашел? Ты что ты лезешь там в твои дела-то, а? Ну кого ты потерял, я нашел, бабку. Кого ты нашел? Зельку, бабка. Какую нафиг зельку? Ну я вчера мимо твоего дома проходил, там зелька была. А что, ты не это искала? Какую зельку? Ну что ты вообще такое говоришь-то? Бабка, что ты ревешь-то, бабка? Я нашел твою зельку, бабка. Бабка, стой. Что тебе надо? Я вообще с тобой разговаривать не хочу. Почему? Я же нашел. Кого ты нашел? Дочку мою, что ли? Гранулю? Ну да. А что с ней случилось? Так пропала, она уже пару дней, ее нету нигде, никто не видел. Как нету? Бабка, ты, она же вот монстр, так... куда она могла пропасть? Она ушла из дома, пошла гулять, ей больше не вернулась, чего непонятного-то. Ну, бабка, может она гуляет? Бабка! О, житель что-то кричит. Чего ты хочешь? Чего ты там орешь? Я тебе уже 10 000 раз сказала. Если ты что-то видел давно, уже сказала. Ну, что ты орешь, житель? Помолчи. Короче. Я тут краем глаза слышал. Кого? Кого слышал? Ты краем глаза, ты что, краем глаза, что ли? Короче, если ты сейчас не будешь говорить, мы тебе наваляем. Да. А короче, дело было так. Помнишь, к ней приходили часовики? Кто? Ну, Соньки, гулять ее звали, там какие-то испытания. Бабка, я знаю Соников, знаю. И чё? Ну помню, я им чё сказала? К моей дочке не приближаться, испытание ваше она проходить не будет, можете собирать манатки и вышвыриваться отсюда. Так, и что? Ну так вот, они-то вообще-то были злые. А почему они были злые? Соник же нормальный. Нормальные они были, чё ты тут чешешь? Ну вообще-то у них были красные глазища. Бабка, ну всё сходится. Ты знаешь про красноглазых Соников что-то? Это все, житель, спасибо тебе. Пойдем, бабка, тебе домой, я все расскажу. Ну что это, спасибо-то ему, я что-то не понял. Бабка тебе еще премию выпишет. Пошли, бабка, пошли. Короче, бабка, Соники красноглазые, это самые страшные монстры, потому что они очень сильные и постоянно хотят с кем-то играть, понимаешь? Да, а зачем они тогда, собственно говоря, приходили? Чтобы на испытание позвать дочку твою, а там единственный вариант, там нельзя выиграть в испытаниях, там только проигрыш. А если ты проиграл, но ты будешь сидеть там 1000 лет. Подожди, то есть ты мне сейчас хочешь сказать, что мою доченьку Соники похитили? Да. Я, бабка, единственный, кто оттуда выбрался. Как мне ее спасти? Ты можешь так говорить? Ты знаешь, где они живут? Да. А все тогда надо оружие побольше и погнали, бабка, спасать. Так, ну, ладно, пошли. Давай. Сейчас, подожди, а ты давай, подожди, бабка. Ты точно мы справимся с ними? Бабка, ну 100% есть у тебя много оружия. А, ну все, давай, открывай. Да, пароль, бабка. Так, 16-03-24. Ага. Неверный. Нет? Так, нет. Подожди. Это дед, это я, это... Ага, дата. Но. Так, это... Подожди. 23-16-18. Нет. Да ёперный-то огород. Подожди, бабка. У бабки день рождения когда? Ну так ты записывай. 23. Так, а у деда когда? 15. Так, а свадьба у нас была в 1900 году когда? Когда? 19. Вот набирать 23, 15, 19. 19. Неверно.
Да ёперный договор! В смысле, неверно! 23, 15, 21. Подожди. Неверно? У меня 23 числа было день рождения. У деда 15-го. Так. А годовщина свадьбы у нас была какого числа? Так. Какого, я тебя спрашиваю? 09. Так, ну-ка, подожди. 23-15-09, набери. О, открылась, бабка. О, ёперный ты огород, так. Господи. Бабка, почему я знаю лучше, чем ты? А я просто забыла. Бабка, мечи где, мечи? Подожди, так, ты что, всё спёр? Ну, я всё забрал, да? А ну-ка, быстро верну мне 23 пошки. Ну, вот, держи. Держи, я сейчас подержу, кажется. Всё, бабка, пойдём. Так, подожди. Мы точно с тобой вдвоём справимся или под ног жить? Бабка, ты слабая. Я сильная. Ну всё, пошли, где? Я самая сильная вообще в этой жизни. Давай, бабка, давай. Налево, налево иди, налево, налево, так. Я тебе говорю. А. Ой, это кто там? Ёперный балет. Это кто там? Это что такое? Он же тут один, жив. О, офигеть, да бабки, тут же ребята. Целая армия. Бабка. Это что? Надо гранату туда заряжать. Подожди, Колюган, давай пока. Давай, баб. Как говорится, до свидания. Смотри, сколько их, бабка. Ёперный балет, а что ты там? Подожди, он же тут один жил. Как их может быть так много-то? Они что, размножаться? Бабка, да мне кажется, это же монстры. Монстры и что? Так у них всегда много их. Как много? Прям вот на бабка, а ты знаешь, какую ты зельку потеряла? Подожди, я что-то теряла? Я тебе же сказал с утра, ты вчера потеряла зельку размножения. Подожди. А они, кажется, нашли. Размножение? Так. Это да. Что, когда их много становится? А как, подожди, я ее потеряла? Ну, при входе у тебя валялась, я думаю, повешу тебе на замочек. А зачем ты мне помнишь? Ты не мог ко мне зайти и сказать, бабушка, ты ее потеряла? Так ты ночью была, думаю, что я тебя буду будить-то? И что? Надо было в сундук куда-нибудь положить. А из-за твоей халатности мы получаем то, что имеем, да? То есть ты хочешь сказать, что это я ее потерял? Конечно, это ты виноват за то, что бабушке не принес. А, хорошо, бабка. Так. Сейчас, бабка, я справлюсь с ними со всеми. Давай, я посмотрю на это. Если что, я тебе не помощник. У меня пушка закончилась. Все 23, что ли, бабка? Подожди, ты мне 23 не отдал, к сожалению. Ой, я грануль нашел, бабка. Где? Вон. Доченька. Вот. Где? Вот сидит. Вот. Подожди. Ну вот. Моя хорошенька, давай открывай. А как? Кирки ты мне не дала? Откуда я знаю, как? У меня нет кирки. Ты что, кирку не взял с собой? Нет. Так, бабка, будем ломать камень. Сволоча. Может, сверху? А как все? О, вот тут. Так. Ну, да подожди, а мы туда как залезем, да? Ну, вариант есть у меня один. Какой вариант? Надо грануль вытаскивать отсюда, она уже тут сидит 2 дня, по ходу дела, не емши, не спамши. Так, сейчас, бабка. Ты что делаешь? О! Это что? Это как это туда попал? А, подожди, а как я выйду? Подожди. Бабка, помочь. Господи! Какая разница, если я копал отсюда или оттуда? Ну давай вот здесь подкоп делай, Ну я делаю, бабка, делаю. Давай, я тебе вот здесь подкоп делаю. Во, во. Так, нормально. Нормально. Подожди, так. А ты вот сюда наверх не можешь, что ли, сделать свой мяч и как бы вот сюда на дырку? Так я-то один огрнули. Не, ну я могу ее здесь оставить. Так дело не пойдет, вылезайте вдвоем. Так, оп. Чтобы я тоже туда могла зайти. Так, сейчас, бабка, сейчас. Я уже иду? Ты, бабка, слишком толстая. Так, а сюда. А я иду? Нет. Да почему такой ты долгий-то? Почему ты не мог взять кирку? Вот, все. А? Ну все, бабка. Собственно говоря. Ой, тебе голова, бабка, застряла. Подожди, а, вот, нормально. Меня зазомбировали, походу, дело. Так, пошли домой. Пойдем, бабка. Пошли домой срочно. Пойдем, бабка. А че? Так, ну-ка, меч мой вернул быстро. Бабка, это презент. Меч мой вернул, я тебе говорю, ты свои 23 пушки оставил себе за презент. Ой, потерял, бабка, где ты здесь валялся? Кого потерял? Меч. Ты врешь мне, да? Нет, бабка, я... То есть ты мне наврал, да? То есть ты еще и врул? Нет. Потому что я меч вдруг, я вижу, да. А, да. Ну ладно, на, держи. Ну все, ладно, так. А, пойдем. Так вот, держи, я же отдал. Пойдем, так. А, тебе он не нужен? Ролик мой. Так, сейчас я тебя сюда поставлю, давай, моя хорошенькая, давай, вот так, все. Ой, бабка, посидеть на кровати, что ли, твоей? А. Хулиган. А.
Она что, плачет немножко? Ну, немножко плачет. Я тоже при виде тебя плакал бы. А почему она не разговаривает с бабушкой? А потому что я думаю, что ее немножечко это отравили. Чего вы сделали? Отравили, бабка, ты антизелье отравление, дай. Подожди, сейчас. Сейчас. Че? Подожди. Давай. Я же ей могу, там-то что, ты сейчас мы. Давай, бабка, ты же могешь-то, ну. Я сейчас ее такой сильной сделаю. О, все, тебе тоже делать? Не надо. Так, во. Ой. Бабка, ну ладно, я вообще пошел. А, давай, иди, чеши, смотри, наши, так это сказать. Ну все, если что, бабка, зови на помощь. Обязательно. Ага. Ладно, ух, меч, так чтобы тебя оставить. Ага, спасибо, баб. Слушайте, ребята, в общем, наконец-таки вся ситуация разрешилась. Я надеюсь, что, в общем-то, бабке больше не нужна будет помощь, потому что я наконец-то могу заниматься своими делами. Спасли мы ее дочку Гранулю. Ну а вы, ребята, меня сейчас обязательно поддерживайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока, ребята!